В Астане состоялась премьера детского балетного спектакля «Алиса и ее необычайные приключения» по мотивам повести Льюиса Кэрролла. Балетная группа – воспитанники столичных студий танца. Юные солисты, самым маленьким из которых едва исполнилось 4 года, настолько очаровали зрителей, что практически все два акта балета сопровождались шквалом аплодисментов. До выхода на сцену остались считанные минуты, однако ни капли волнения у Арины нет. В свои 6 лет девочка уже твердо решила, кем станет в будущем. Арина уверена, роль Белочки она исполнит блистательно и станет еще на один шаг ближе к своей заветной мечте. Мечтаю быть певицей и балериной. Самое главное – репетировать, чтобы хорошо тянуться. Это самая главная роль в моей жизни. Я буду самой лучшей балериной. Тем временем в гримерной юные балерины поправляют макияж, обсуждают свои партии. Ведь каждая роль – цветочка, зайчика, бабочки или игральные карты – очень важна, уверена каждая. И главное – запомниться зрителю. Чтобы были красивые губы, чтобы они были хорошим цветом выбирали. Подготовьте задники, сейчас скоро задники будем менять. В этот день на сцене более 100 артистов. Самым маленьким едва исполнилось 4 года. Волшебное действо настолько поразило зрителей, что они не в силах скрыть эмоции. Они все красивые. Даже мне слов нету. Бесподобно, молодцы. Такая работа проделана. Большое спасибо организаторам и всем, кто в этом участвовал. С ними очень приятно работать. От этого получаешь огромное удовольствие. Большая сцена, яркие софиты, кулисы, красивые костюмы, грим и благодарная публика. Они в самом деле оказались в сказке. Любовь Басхайлова, Канат Абильдин, агентство «Хабар Астана».